нас Карлуша гуляет. Вот он покупался. Я ему только что воду поменял. И видите, он так смешно хвостом крутит. Вот это он покупался. Да, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот Карлуша покупался. Да, вот такой он весь мокрый. Кто не понимает, он в клетке спит. Вот там на втором месте спит. Он купается. Вот у него бассейн есть, видите? Вот, а вечером он гуляет, он ручной совершенно. Ну, правда, что-то на руке перестал сидеть. Самка, помните, Дуся была у меня, которую мы отпустили на волю. А у меня и на плече, и на руке сидела. Да, Карлуша, вот он покупался. Ну, так вот интересно. Сейчас мы как раз заснимем, как он ухаживает за своей... За своими перьями. Да, Карлуша, вот такой он, да. Вот так он стесняется. Да, Карл, что ты, куда ты убежал? Карл, нам же надо поснимать, как ты за перьями ухаживаешь. Да, да. Вот такой у нас Карлуша. Это покрывало я накрываю на утро, чтобы он не будил меня, не чирикал, не мяукал. Карлуша, ну покажи, как ты за перьями ухаживаешь. Карл, покажи, как ты за перьями ухаживаешь. Вот так вот он стесняется, стесняется. Карлуша, ты стесняешься, да? Видите, клетка открыта. Вот. Вот это он гуляет. Вот так вот за перьями ухаживает. Так смешно хвостом трясет, как павлин. Вот клетка сейчас открыта. Видите, она у нас открывается вверх, я сделал. То есть там она зацепляется и открывается вот так, как у тигров клетка. Вот внизу подставка у клетки, там грязь собирается и бассейн стоит. Вот у него средняя часть с первым этажом, там второй этаж. Вот. А это вот он сейчас. Карлуша, ой, какой ты красивый у нас. Карл. Что ты там долбаешь? А ему нравится деревяшку долбать. Карл, не надо долбать деревяшку, не надо долбать стены. У него есть такое увлечение. Да, Карлуша? Вот он покупался у нас. И вот такой вот, такая у нас лампа тут дневного света. Мы сделали универсалку. Вот у нас лампа от умного дома светит. А вот я могу вторую включить. И она от движения работает. Вот она сама зажглась. А эту можно выключить. Вот у нас тогда универсальная такая лампа получается. И вот Карл вот под одним светом, вот под вторым. Карлуша, ну покажи, как ты за перьями ухаживаешь. Кстати, все сороки видят хорошо видеокамеры. Они их как бы чувствуют. И он очень стесняется, когда видеокамера, да, Карл? Вот так, да. Карлушечка, так хорошо ухаживал за перьями, а только начали снимать его на видеокамеру, он сразу застеснялся. Карлуша, да. Ну покажи, как ты ухаживаешь. Вот так вот. Хвостом подергал. Класс. Мокрый полностью. Я ему только что воду поменял. Он, Карл, нельзя. Не ломай. Ну сколько можно, Карл? Ну ты выбил весь ремонт. Карл, что ты нельзя? Карл, нельзя. Кстати, он понимает слово нельзя. Но видите, втихаря выдалбливает. Нельзя, Карл. Ёб твою мать, Карл, зачем ты это делаешь? Так что надо будет менять целую плиту, вставлять заново. Карл, следующие плиты я специально покрою лаком. Лаком покрою, да. Это он психует, вот психует. Ему не нравится, что он вырывает куски пенопласта. А я его ругаю. Да, Карл? Вот так вот. Он интересно так перьями... Интересно, крыльями крутит. Карл, нельзя. Вот он, кстати, понимает речь. Когда нельзя, он понимает. Да, вот тут он психовать пошел. Вот он, угол свой подолбить. Карл, у тебя ж перья мокрые, ты должен за ними ухаживать. Че ты бросил ухаживать за перьями, Карл? Карлуша, покажи нам, как ты за перьями ухаживаешь. Он прикольно
прикольно и хвостом крутит прикольно, и свои гамаши, штаны поправляет. И вот сейчас у него хвост вырос, он уже повзрослел у нас. Вот, да, вот так он. Это он пытается порвать клетку, вот эту натяжку, чтобы она упала вниз. Он когда-то так залез в клетку и изнутри ее оторвал, да, Карл? Да. Ну покажи, как ты за перьями ухаживаешь, Карл. Покажи, покажи. Карлуша красавец, Карлуша. Ой, Карлуша красивый. Его надо похвалить, он понимает, когда его хвалят. Ой, Карлуша красавец. Ой, хвост какой у Карлуши длинный. Карл, ну нафига ты ломаешь? Ну ладно, ладно, мы эти плиты заново поклеим. Купим новые плиты и поклеим. Да. Дуся долбала эти плиты. Он долбает эти плиты. У всех сорок какая-то муля вот на вот этот пенопласт. Они его глотают. Я не могу понять, зачем. Куски отрывают и глотают пенопласт. Ну, не знаю, что он им заменяет. И за какой они его природный принимают материал. Не знаю. Кар, ты что думаешь, что пенопласт это мел? Карлуша. Карлуша. Ну, вот он что-то стал видеокамеру стесняться. Карл, ты же раньше так не стеснялся. Сейчас мы его чуть-чуть активируем. Постучим ему. Какой-нибудь подарок ему подарим. Надо ему подарить какой-нибудь подарок. Он тогда сразу станет проще. Карл, а давай я тебе бумажку дам. Вот так он крыльями. Ой, как орел машешь, да? Ой, попроси еще. Это он просит, просит. Я тебе вот эту бумажку подарю, Карл, если ты будешь себя хорошо вести. Сейчас я его смотаю вот в такой шарик. Смотри, Карл, на, попроси. Вот, это он просит. Смотрите, крылья раскрывает, как орел. Попроси, Карл. Попроси вот так. Ой, это он просит. Попроси, Карл. Ой, красиво. Ой, крыльями, на. Ой, забрал. Видели, три раза просил. Когда просит, крыльями, как птенец машет. Хотя он уже взрослая относительно птица, ему уже 1.5 года. Сорока полностью становится взрослой в 3 года. До этого она 3 года летает с отцом и с матерью в одной компании. Но у него отца и матери нет. Я у него вместо отца и матери. Да, Карл? Да, сейчас он эту бумажку будет пытаться прятать. Ой, какая ценная бумажка, Карл. Куда ты ее спрячешь? Куда ты ее спрячешь? Карл, я бы в клетку ее отнес, Карл. Нельзя! Ёп, опять он оторвал кусок. Карл, нельзя! Это просто ужас какой-то, а не сорока. Карл, ну вот ты на моих глазах, ты знаешь, что я тебе запрещаю вырывать куски пенопласта, и ты все равно это делаешь. Вот он назло это делает. Карл, нельзя! Вот. Лучше за перьями поухаживай. Покажи нам, как ты за перьями ухаживаешь. Карлуша хороший парень. Его надо похвалить. Карлуша красивый парень. Карлуша хороший парень. Карлуша, поухаживай за перьями, Карлуша. Ой, вот правильно. Вот, правое крыло, да, вот так. Молодец. О, видели, как он запрыгнул сам в клетку, да. Привет, он сам в клетку. Это прыжок был, караул, смотрите, вот отсюда. Под углом прыжок, и во время прыжка он успевает разворот делать, он как Брюс Ли. Вот видите, многие говорят, сорока там в клетке не любит находиться и так далее. Вот он сам пошел в клетку, видите? Вот, он с нее заходит, выходит свободно. Вот, и сейчас он, видите, специально пошел в клетку. Вот, он хочет еще раз окунуться. Да, Карл, ты покупаться хочешь? Да, у него, да, говорит, видите, я сказал, покупаться хочешь, он пил. Карл, а покажи, как ты купаешься. Карлуша хороший парень, Карлуша красавец. Все сороки любят, когда их хвалят. Вот, наверное, интонации голоса он понимает. Карлуша хороший парень, Карлуша красавец. Ой, красавец. А вот там у него, вон, бассейн внизу, глубокий, там 15 сантиметров воды. Карл, ну покажи, как ты купаешься, окунись. Мы ему перебили все, он хотел купаться и хотел ухаживать за перьями. Ну странно, вообще мокрая сорока прыгает и за перьями не ухаживает. Да, Карл, скажи да. Карлуша,
Привет. У него такой взгляд прикольный. Так, это ты заинтересовался куском кожи от, о, от телефона. Да, 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 я знаю. То здесь он отрывает постоянно этот. Я его держу, чтобы спрятать. Карлуша, что ты, хочешь кусок кожи откусить, да? Карлушечка. Это такое впервые. Карл, а что это ты так на видеокамеру реагируешь, как звезда прямо? А у него, видите, какой красивый вот этот на голове черный. Как у палача вот этот черный чулок на голову натянут, видите? Интересная птица, конечно. Это он точит клюв, показывает, что он, если что, он может трынделей дать любому. Да, я знаю, Карл, я понял. Вот он. Карл, купаться будешь еще сегодня или нет, Карл? Вот он, Карлуша. Давай я тебе дам коробку спичек. Вот сейчас смотрите, как он любит коробку спичек. На, попроси, попроси. Ай, 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 попроси. Он как питбуль. Вот так, вот так. Видите, как тянет, как рвет. Вот так. Он уже, видите, кусок вырвал. Вот так, вот, ничего себе. Ой, силища какая. Карл, ты так тянешь сильно. На. На. Вот, силища какая. Сейчас другой рукой. Давай вот так. Оно вырвет или нет? Это психует, нервничает, что не даю ему коробку. Карл, на. Карл, что за нервы такие? Не отдают спички, да? О, забрал. Кстати, это не я ему отдал. Это он почувствовал, что я ослабил хватку, видите? И сейчас ее положит вот туда. Вот он спрятал ее, видите, в специальное у него хранилище. Это у него хранилище номер один. Вон хранилище номер два. И вот хранилище номер три. Да, да, я видел Кару. Да, ты ее спрятал и бросил специально вниз. Угу. А что мы тебе тут еще можем дать интересное? А вот мы тебе можем дать еще поиграть. Чем? Чем тебе поиграть дать? Что ты любишь? Бумажки он любит всякие. Да, бумажки любит. Да, что? Бычок тебе дать? Ты бычком давно играл? Бычок любит. Бычок, бычок любит. На, на. Дуся не была такой нервной. Вот он, если не может забрать бычок, психует. О, забрал, видите? Забрал и сразу сбагуился. Карл, что ты с этим бычком делать будешь? Карл, я тебе сейчас камушек дам. Он камушки еще любит, когда ему дарят. Карл, а камень смотри какой. Ого, ого, булыжник какой, ого. Вот он сейчас будет пытаться его забрать. Вот так вот, да. Сейчас я в другую руку его возьму, Карл. На. На. Непонятно, вот он кричит, отдайте мне его, отдайте. Ну, сейчас дадим, смотрите. Смотрите, держит. Такой здоровый кирпич, Карл. И вот он пошел его спрятал сразу, видите? Вон он заколбасил, куда его. Все, забрал камень, видите, и вот сюда его, вот он, в угол его забил. А что, если еще один дать, Карл? А что, если я тебе еще один камень дам? Куда ты его спрячешь, Карл? На, на, смотри, какой камень. Ой, камни любят страшно, на. Ну, пингвины, Карла, любят, я знаю, они с них гнездо строят. Тебе зачем сороки камень? Сороки из камней гнездо не строят, на, на. О, взял здоровый камень, здоровый. Сейчас, скорее всего, спрячет вот в эту вот. Положил, видите? Положил в хранилище. Хранилище свое. Я видел, видел. Давай еще дадим один. Посмотрим, куда ты его положишь. Давай. На. На еще один. На. Сейчас пойдет, спрячет его еще в холодильник. Ну, куда этот? Ага, этот. А, в этот же, да? Я понял, понял, понял. Еще дать тебе камень? У меня еще парочка есть. Карл, камни это дорогая вещь. Ты думаешь, что у меня их целый мешок? На, еще один, на, на. Куда этот?
Ага, этот, видите, во второе хранилище. Ну, а вот здоровый какой, на. На, строитель. Строитель, клювохвостатый. Вот так вот он его вот положил, видели, да? Ну и куда тебе столько камней? Еще дать тебе? Дать тебе еще камней? Карл, у меня уже их мало осталось. Ты думаешь, что камни, камни это так вот валяются, где попало? Карл. Камни это дорогая вещь, их надо находить. На еще, просит еще. А вот какой булыжник, Карл, килограмм 150, на. О, нихера себе. Держит. Вот так, аккуратно. Молодец, молодец. А вот еще. На, еще, этот поменьше. Этот куда? А вот интересно, когда ты этими камнями забьешь все хранилища, куда ты будешь класть их? Видите, камень не отпускает. Так, ага, верхний. А, он его туда забил, вот между камнем тут есть. И жердочка. А вот какой камень классный, лянь. На, здоровый, на. На. О. Это куда? Туда, в дальнее. В дальнее, я понял, понял. Молодец. И сейчас у него появится забота, он будет эти камни еще перекладывать будет с одного места в другое. Он их постоянно перекладывает. Мы ему еще сейчас парочку дадим маленьких. На, на вот такой. На, на. Вот куда он этот понесет. Этот вверх. Ну да, это в третье хранилище положил. На еще один. На, на. Ну а этот куда? Куда этот? Ага. Во второе хранилище. Ага. Так ты выронил камень, Карл, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ага, со второго переложил в первое. Так, вижу, вижу, вижу. Так, Карл, а что если тебе дать еще камней? У меня еще есть где-то камни. Сейчас, я поищу, сейчас, поищу, сейчас мы поищем еще камней. Я тут в цветы их клал. Да, есть, вот нашел. На, три камня нашел, на, на. На, бери, строитель сраный, давай. Куда этот камень потащишь? Ну, в какое хранилище? Так. А, он его затолкал в угол. Вот куда он его затолкал. Ага, а этот камень сейчас переложит, смотрите. Ага, этот камень ты сюда положил. Ну а еще на, еще на. На, на, на. Гребаный строитель. Ну, ну. Карл, ну сороки не строят гнездо из камней. Нахрена тебе столько камней? Что ты с ними делать будешь? Ну давай, куда этот камень? Так, ага, он складирует их, видите, вот. Он их тут складирует. Ну, еще один дам, на, давай. Давай, на, еще один. Вот такой красивый, белый, да. Белый. Белый. Куда белый? Так, во второй. Во второй положил. Угу. Я ему никогда столько много камней не давал, он не знает, куда их разложить. Но это хранилище номер два, Карл, камень. Ты же еще вот туда насовал, вот сюда насовал, вот здесь, вот здесь. Ну, короче, примерно такая вот ситуация. В следующий раз попробуем ему штук 30 камней дать, посмотрим, что он с ними делать будет. Или еще дать тебе один камень, Карл. У меня есть, есть. Парочка камушков еще найдется. Еще три штуки нашел, Карл. На, иди сюда. Иди сюда. На, камень, Карл. На. Это для него, ну, богатство, понимаете? Это как вам по 100 долларов давать. Вот сюда положил. Так, этот переложил в третий. Так, это тоже в третий. Видите, перекладывает, перекладывает. Вот ты каменщик. Ну, может, он их использует, чтобы еду прикрывать. Карл, иди сюда. Так, этот камень решил переложить. Да, у него камень, камень. С третьего хранилища. И куда ты его положишь? А, он еще увидел, что у меня есть камни.
Ну вот куда этот положишь, Карл? Вот это такого еще не было. Ну, куда ты этот камень положишь, Карлуша? Он никогда не выпустит ничего. Наверное, в третье понесет. Да, сейчас. А, он, наверное, туда его. А, вот он заскладировал его. А, Карл, еще один есть. На, Карл. Иди сюда. Да. На. Ну, я не могу понять. Это он меня ругает или благодарит здесь? Здесь под вопросом. Да. Ну, этот камень куда? Так, хранилище номер один, по-моему, да? Или нет? Нет, этот камень сюда затусовал. Я не знаю, как он действует, по какому принципу. Вот он этот камень взял. Ага. Здесь он сложил три штуки аж. Карл, а может ты их по хранилищам разложи? Потому что, когда они камень на камне лежит, ненадежно, Карл, могут или украсть... Да, перенеси лучше его в хранилище. Карл, в ящик железный, перенеси их. Ага, он сюда спрятал, тут надежнее, да? А еще у меня есть камень, Карл, на. На, отдаю, на. Это белый, мраморный он особенно любит. Карлуш, ну, куда этот камень? Что, застыл в статую? Карл. Ну, покажи. Давай, это последний будет камень. Куда ты его спрячешь? Ну, давай. Надо вот так постучать, он тогда ему может же пожадничать. Все, уронил. Все. Вот так вот. Так, пошел камни считать свои. Теперь он будет их считать, перекладывать. 12 штук, по-моему, я тебе дал, Карл. Он все их переложит. Так, ну что, Карл, всем спокойной ночи, говоришь, да? Клюв почистил? Почисти клюв, да? Почисти вот так. О. Молодец. Клюв почисти. Сейчас, когда закончим съемку, пойдет еще раз купаться. Все, Карл, передаем всем привет, да?